Здравствуйте, братья и сестры. Я хотел бы сегодня с вами почитать мою любимую главу из Экклезиаста, именно главу 7. Она прям пресыщена, как бы сказать, преисполнена мерой доброй и потрясной, насыпана такими мыслями, мимо которых пройти грешно. Ну, во-первых, вот священник, ходящий на похороны часто, просто должен это себе запомнить. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к сердцу своему». Вот вам буквально как бы слова для проповеди, для утешения плачущих возле гроба родного человека. «Сетование лучше смеха, потому что при печали сердца, при печали лица, сердце делается лучше. И сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от глупого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета». Это чудные слова о том, что действительно человеческое сердце исцеляется, когда печалится лицо. Где-то у Диккенса так чудесно сказано о том, что скорбь пронзила человеческое сердце. Там автор в «Дэвиде Копперфильде» говорит: «И мое непокорное сердце начало врачеваться болью». Боль врачует сердце человеческое. И Соломон об этом пишет очень правильно. Повторяю, когда мы, вот особенно на погребениях часто, когда особенно изранено человеческое сердце, особенно нужным бальзам благодати, бальзам евангельских слов, бальзам Священного Писания. Тут нельзя еще больше рвать это сердце, и нельзя рассказывать сказки человеку, значит, бесполезные, а нужно врачевать его Словом Божьим. Поэтому вот 7 глава об этом очень красиво как бы говорит, вводя нас в эту тему. Или далее. Какая чудная вещь, прямо для нас сказано. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Многие из нас влюблены в прошлое. Будущее мы боимся, нынешнее презираем». Может быть, есть за что. Но прошлое мы не знаем, но влюблены в него. Влюблены, как девушка в «Принца на белом коне». И вот все мы хвалим то, что было раньше. Ах, было раньше то-то, а еще раньше было то, а раньше было так. И вдруг нам Соломон, значит, берет нас за ухо, как нерадивых учеников, и говорит нам: ну-ка, внимание, не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. А от чего еще? От противоположности, наверное. Если не от мудрости, значит, от дурости. Больше неоткуда, собственно. Или вот еще. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И так хорошо тебе, радуйся, но радуйся разумно. Как говорит, пойте Богу нашему, пойте цареве нашему, пойте. Яко царь всей земли Бог, пойте разумно». То есть радуйся, но знает, кого радость. То есть когда известен источник радости, радость получает особенный смысл. Итак, в одни благополучия пользуйся благом, не отказывайся, пользуйся, а в одни несчастья размышляй. Размышляй. И то, и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Размышляющий в период скорби человек – это философ, братья и сестры. Самые светлые мысли посещают человека в скорбях. Самые глубокие прозрения даются человеку в скорбях. Не скорбевший, не плакавший, ну, по пословице, не битый, он стоит дешево, а забитого двух небитых дают. С ним поговорить можно, он расскажет тебе нечто. Это вообще книга. Книга, которую нужно читать. То есть битый человек, наскорбевшийся и думавший во время скорбей своих, не роптавший, но думавший, это драгоценная душа. Вот видите, как это как бы подряд мысли, как нанизаны, как будто бы на шампур эти сладкие кусочки мяса. Нанизаны одно за другим. Просто читаешь, не можешь оторваться. «Всего насмотрелся я в суетные дни жизни моей. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живет в нечестии своем». Там тоже открыта целая как бы тема для размышлений. Дело в том, что древние считали, что народ может быть награжден и народ наказан. Потому что Господь Бог завет заключил с целым народом. И они считали, народ согрешит, все будут наказаны, народ покается, все будут помилованы. Потом уже потихонечку люди дошли, доросли, домыслили до того, что все-таки должно быть отдельное мздовоздаяние, каждому в отдельности. Отец твой был грешник, а ты покаешься, а тут будет плохо, а тебе будет хорошо. Отец был праведник, а ты согрешишь, отцу будет хорошо, тебе будет плохо. То есть каждый будет за свое наказываться. Нужно было много столетий прожить, чтобы дойти до этой мысли.
Но тоже люди думали, ну хорошо, хороший правильно живет, а ему все равно плохо. Плохой плохо же, ему все равно хорошо. Тогда они говорили, что несчастье праведника временное, потом Бог наградит его. А счастье грешника кратковременное, потом Бог накажет его. Но все равно до конца не утешались они этим, как бы. Оставались вопросы. Соломон просто говорит, как бы, не лезь туда, чего не понимаешь. Мы не знаем до конца, почему так, а не иначе. Но, как бы, потом все будет ясно. Как бы, там потом Господь со всем разберется. А пока мы можем этого и не разобрать. Поэтому всего насмотрелся я в суетные дни жизни моей. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый долго живет в нечестии своем. Это почти что то же, что и Иов говорил в скорби огорченного сердца своего. Дальше учение о золотом пути, золотой середине. Ведь не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? То есть слишком такие уже ревнители, они рискуют погубить себя, потому что уж слишком строги. Раз ты строг ко всем, значит, Бог будет строг к тебе. Тогда погибнешь. А вторая крайность – не предавайся греху. Как есть такие любители, говорят, живи, давай, люби жизнь и давай жить другим. Как бы. То есть греши и на чужие грехи закрывай глаза. Тут тоже опасность. Говорит, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? То есть, видите, есть две крайности. Будешь слишком строгим, гляди, как бы к тебе Господь не был строг. Будешь слишком расслаблен и предашься греху, то смотри, умрешь не в свое время. И вот тебе и середина. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руку от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего этого. Это учение о золотой середине. Учение о том, что нужно пройти между как бы, узкопоставленными камнями, как бы, значит, протереться между ними так, чтобы кожа ветхая слезла, а ты сам вошел в жизнь через узкие врата. Это очень важно, братья и сестры, не быть слишком строгим и не быть слишком поблажливым грехам своим. Или, скажем так, быть строгим к своим грехам и быть поблажливым грехам своих ближних. То есть строгость свою изливать на себя, милость изливать на окружающих. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. И нет человека праведного на земле, который не делал бы зло и не грешил бы. Воистину, мы когда хороним кого-нибудь, то читаем молитву, говоря, что нет человека, и же жив будет, и не согрешит. И обращаясь к Христу, говорим, «Ты, Бо, един токмо без греха, правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истина». Все это испытал я мудростью и сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня, далеко то, что было, и глубоко-глубоко, кто постигнет его. Итак, братья и сестры, это была, ну, скажем, часть, седьмой, как по мне, такой самой любимой для меня лично главы Экклезиаста. Прочитав эту книгу несколько раз, я отметил для себя эту седьмую главу, и в ней мое сердце нашло очень много полезного и важного. Вы еще перечитаете это, еще будете думать об этом, еще будете с кем-то советоваться об этом. И повторяю, что, как тот же Экклезиаст тебе говорит, что слова мудрых – это как крепкие иглы и вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А много читать утомительно для тела, и бесконечные книжки составлять конца не будет. То есть вот явное свойство мудрой книги, мудрых слов – это подобие с отточенной такой, значит, иглой острой, такой загнанной в нужное место, значит, или же с забитым гвоздем, который невозможно вытащить без специальных приборов. И составители этих слов от единого пастыря. Таков Соломон, истосковавшийся в древние времена, имея глубокое сердце, не находя для него настоящего, адекватного, божественного утешения. Так часто тоскуем и мы. И человеку Писание Святое дано в утешение, кстати говоря. Апостол Павел так и говорит, чтобы мы терпением и утешением Писаний имели надежду. То есть все, что было написано в наше наказание, в наше научение, то есть наказание, посланец, как научение, в наше научение преднаписалось, чтобы мы терпением и утешением из Писаний имели надежду. Я надеюсь, что наша встреча с вами малой долей послужат тому, что мы будем любить Писание, которое написано человеческими руками по внушению от Бога в наше научение и в утешение. И, утешаясь Писаниями, укреплялись в надежде. Доброй ночи, до скорой встречи и всех вам благ.